Всем привет! Сегодня поговорим о сборке бюджетного ПК, и перед вами вот такой вот сетап, состоящий из всех комплектующих, который обошелся в 28к рублей или $311. Этот ПК был куплен сразу полностью комплектом, то есть все, что вы видите, все, что перед вами, это куплено из одних рук за уже озвученную сумму, что сразу мы можем видеть, что бросается в глаза. Значит, это, во-первых, монитор. Монитор фирмы HP, модель 27MX. Как можно сразу понять по модели, это у нас монитор диагональю 27 дюймов. Его разрешение Full HD максимальное. Также он имеет частоту обновления экрана 144 Гц, что, кстати, неплохо. Ну и в целом, это не очень дорогой монитор. Я уже посмотрел на Авито. Его продают от 10 до 15 тысяч рублей. Этот монитор удобен тем, что он имеет возможность перемещения по стойке, а также возможность поворота экрана. То есть мы можем его повернуть вертикально. Что, кстати, будет хорошо, например, для программистов. Очень удобно писать код. Далее к этому комплекту прилагается игровая мышь Artech Bloody модель J90. Цена новой такой мыши 3000 рублей. Много дополнительных клавиш с одной стороны, с другой, рядом с основными. Переключение режимов, макросов. В общем, вот такая вот мышь. Итак, далее у нас клавиатура Оклик шла в комплекте с дополнительными клавишами. Здесь есть три режима подсветки. Модель клавиатуры 777G. В общем, клавиатура недорогая, 1500 рублей новая, но в хорошем состоянии. Кнопки не стерты, у нее есть такой минус, стираются кнопки. Здесь все абсолютно в порядке. Немножечко все это необходимо будет почистить, потому что оно стояло у человека без надобности, и все, конечно же, запылилось. Также чуть не забыл сказать, клавиатура мембранная. И последнее, также самое важное в этой сборке, это, соответственно, системный блок. Корпус здесь самый дешевый, ничего из себя не представляющий. Впереди даже, по-моему, нет разъемов 3.0, это мы проверим. Также в пыли протрем. Я сюда уже заглядывал, приблизительно понимаю, что там стоит, а вы вот попробуйте догадаться, что, допустим, в эту цену можно поместить в этот блок. Пишите в комментариях. А пока вы пишете, я разберу этот системный блок, все приведу в порядок, необходимо его обслужить. Также там есть одна интересная вещь, с которой я сам впервые столкнулся. Это что касается кулера. Впервые такой вижу. Сейчас покажу, что там. Сейчас я за кадром полностью разберу блок, все вычищу и, соответственно, уже будем собирать и по комплектующим смотреть, что здесь внутри. Ну что же, корпус системного блока полностью вычищен, помыт, насколько это возможно. Также приведен в порядок. Был здесь косяк, не было ножек двух. Нашли старые. В общем, корпус в порядке. Весь очищен и все хорошо. Здесь, кстати, интересная фишка такая. Здесь сразу идет колодка с контактами. То есть не нужно думать, куда что вставлять, тратить на это время. Сразу колодочку вставили и все. Кстати, USB 3.0 на передней панели у нас тоже не имеется у этого блока, точнее корпуса. Ну а теперь самое интересное, что же у нас продавец оставил в этом системном блоке. Начнем, наверное, с камня, сердца компьютера, процессора. И здесь у нас Intel Core i5-8400. Данный процессор построен на 14-нанометровой технологии. Имеет ядро Intel Coffee Lake S. 6 ядер в нем присутствует. 6 потоков соответственно. Его базовая тактовая частота 2,8 ГГц и в турбобусте до 4 ГГц. Соответственно, здесь множитель заблокированный. Кэш третьего уровня здесь 9 МБ. Тепловыделение, соответственно, как и энергопотребление, здесь 65 Вт у этого процессора. Имеется встроенное графическое ядро, а также поддержка PCI версии 3.0. Состояние металлической поверхности процессора, кстати, очень близко к идеалу, ни царапин, здесь не видно ничего постороннего и плохого. По цене на Авито приблизительно продаются эти процессоры от 7 до 10 тысяч. Ну а далее нас интересует системная плата, в которой устанавливается этот процессор. И здесь у нас шла Gigabyte Z370PD3 на чипсете Intel Z370. Сокет, соответственно, здесь LGA1151V2. То есть у нас есть возможность поставить сюда процессоры более мощные.
На что здесь, во-первых, обратим внимание. Во-первых, это полноразмерная системная плата ATX, что неплохо. Здесь у нас два канала оперативной памяти, 4 слота. Что из минусов сразу здесь бросается в глаза? Это очень маленькое количество фаз питания. Также слабенький радиатор маленький. Здесь фаз питания у нас имеется 6. Давайте немного пробежимся еще по параметрам платы. Что у нас здесь имеется? Так, у нас есть разъем под M2 NVMe. Далее у нас есть целых 3 полноразмерных PCI-экспресса 16X. И есть 3 маленьких мини-PCI. На чипсете вот такой небольшой радиатор. Вроде как он должен справляться со своей функцией. Далее есть SATA разъемы 4 здесь. 2 вот здесь. Повернутые горизонтально. На стороне платы у нас имеется 2 разъема USB 2.0 и 4 разъема USB 3.2 Gen 1. PS пополам. Ну и аудиоразъемы с LAN-портом. Кстати, PCI-Express линии здесь поддерживают Crossfire от AMD. Кстати, что положительно я заметил, здесь есть несколько SysFan разъемов для подключения корпусных вентиляторов, чтобы они впоследствии регулировались в зависимости от температуры внутри корпуса. Теперь поговорим о системе охлаждения. Впервые встречаю такую систему охлаждения. CGO, система жидкостного охлаждения, Cooler Master Liquid Maker. 92, по-моему, модель. Здесь нет никаких теплоотводящих трубок. Есть медная вот такая пластина снизу. Далее у нас отходят трубки вверх в башню. И, соответственно, у нас здесь замкнутая жидкостная система охлаждения. Я просто раньше такие не встречал, поэтому меня это в какой-то степени система удивила. Она у нас аж на 130 Вт. Соответственно, максимально избыточно для этого процессора, для этой системы. Ну, в принципе, интересная вещь. Кстати, что удивило, она может поворачиваться. То есть мы можем ее чуть-чуть делать диагонально, либо вертикально. Интересная система. Впервые встречаю. Выглядит она вот так. Такой массивный алюминиевый блок здесь внизу. И отходят трубки. Скорее всего, здесь вся система полноценная. Наверное, есть мини-насос, который гоняет воду. В общем, как-то так. Цена этой материнской платы на Авито варьируется от 5 до 7 тысяч. Цена такой СЖО у нас варьируется от 2 до 2,5. В корпусе был лишь один корпусный вентилятор. Кстати, с подсветкой от фирмы Aerocool. Такая вещь, но всего лишь один. Ну, вероятно, этого было достаточно. Блок, кстати, был закрыт. И, как сказал хозяин, он пользовался, проблем никаких не знал. Ну, в принципе, с такой-то башней какие могут быть проблемы? Так, далее у нас оперативная память, Apacer, Nox, 16 гигабайт каждая плашка, DDR4 и тактовая частота 3600 МГц, то есть в совокупности 32 гига. Хорошая память в совокупности, она стоит где-то около 10к рублей, новая. Ну, в принципе, здесь как новая. Так, в качестве накопителя памяти здесь используется SSD-шник форм-фактора 2.5. От фирмы Crackle, фирма хорошая, BX или VH, кто знает. Объем его 480 гигов, ну вот такая вот штучка. Кладем в сборку. Далее на очереди у нас видеокарта, которая была установлена в этой сборке. Это у нас GeForce GTX 1050 Ti. Не новая видеокарта, не очень мощная, но в целом неплохая. Здесь у нас сразу видно два осевых вентилятора. Такое массивное охлаждение, что видеокарта тяжелая. Конечно же, никаких пломб здесь нет. Процессор данной видеокарты построен на микроархитектуре NVIDIA Pascal 14 нанометров. Частота видеопроцессора в режиме турбо имеет 1455 МГц. Память здесь в объеме 4 гигабайта, не так уж и много по современным меркам. То есть, в принципе, в этой системе можно было бы еще немножко получше вставить видеокарту. Например, хотя бы 1060. Что касается памяти, ее тип GDDR5, шина памяти 128 бит. Интерфейс подключения видеокарты данной PCI-Express 3.0 версии. Вентиляторы в полном порядке. В принципе, плату осматривал, когда разбирал, никаких подгорелостей. Все чистенько, все аккуратненько. Вентиляторы работают хорошо. То есть, в принципе, состояние, я бы сказал, близко к идеалу. Ну и всю эту систему у нас запитывает блок питания AirMax на 450 Вт.
Конечно, он без какого-либо запаса, не особо мощный, но в принципе этой мощности ему хватает, чтобы запитать всю эту систему. Итак, и вот перед вами все, что мы приобрели за сумму 28к рублей или $311. В совокупности я посчитал, если бы мы покупали где-нибудь, к примеру, на Авито данные детали по отдельности, то потратили бы примерно 44-45 тысяч рублей. То есть судить вам, покупка у нас выгодная или нет. Конечно же, здесь что-то можно было бы приобрести и помощнее, или еще улучшить. Но в целом покупалась эта сборка человеку, под потребности которого данная сборка подойдет вполне хорошо. Так, блок собран, все здесь почищено, обслужено. Также небольшой кабель менеджмент навел, до этого здесь был бардак. Сейчас все аккуратненько, проводки с задней стороны подходят. Все на месте, оперативку вставили в первый и третий слот, чтобы они в дуал режиме работали. Первое включение. О, как можем видеть, здесь все светится, то есть свистоперделок хоть отбавляй. На мониторе светится, клавиатура светится, три режима клавиатуры разных цветов. Мышь вся светится, мигает. Обратил внимание, даже системная плата снизу светится. Вот единственное, только видеокарта Gigabyte не горит. Ну, по-моему, она и без подсветки, этот вариант видеокарты. Сразу давайте компьютер прогоним стресс-тестами, чтобы посмотреть, все ли корректно работает. Вентиляторы видеокарты работают. Очень бесшумная карточка, кстати. Совсем ее не слышно. Вентиляторы процессора на вдув пока в простое. На выдув крутится. Тоже его не очень сильно слышно. Слышу только корпусный вентилятор. Остальные не слышно. С видеокартой все в порядке. Максимальная температура 66 градусов. Ну и давайте включим тест стабильности системы в AIDA64. Пускай погоняет, посмотрим. В CPU-Z мы видим около 3800 МГц процессор. Разгоняется по надобности. Стоит автоматический турбобуст. В памяти меня немножко смутило, что 3600 он не разгоняет. Здесь у нас DRAM FranQ 1064, а значит 2120. Спустя некоторое время, значит, температура в порядке. Максимум вот одно ядро до 61 нагрелось. Это нормально. Максимальные частоты, которые брал процессор. Тротлинга никакого не замечено. В общем, погонял не очень долго. Все тут работает, все в порядке, все замечательно. Единственное, по частотам памяти есть вопросы. Почему он 3600 не берет? Может, процессор ограничивает? Сейчас зайдем в BIOS, посмотрим почему. В BIOS нас интересует раздел MIT.
расширенные настройки частот. Здесь мы видим профиль XMP, можем выставить. Сейчас у нас он не установлен, поэтому, соответственно, 2133 МГц он нас берет память. Давайте профиль 1 поставим. Как видите, множитель памяти увеличился. Ну и, соответственно, частоты должны быть выше на 3600, это максимум. Так, после применения XMP профиля удалось взять тактовую частоту памяти 3200. Почему-то 3600 не берет, но может это связано с ограничениями процессора. Процессор вообще воспринимает память до 2400 DDR4. Ну, соответственно, плюс некий разгон. 3200, 3600 не берет. Уже по-разному пытался. И вручную пытался отрегулировать. Нет, не берет. 3200. Ну, в принципе, нормально. Просто оперативная память у нас здесь с избытком стоит мощности. Провожу небольшое тестирование в играх и бенчмарках. Допустим, 3D Mark у нас в этой сборке набирает 2725 очков. Это не так уж и много на самом деле, но дело в том, что это все упирается в видюху. А как помним, видюха у нас здесь не самая мощная, поэтому вот такой результат. Если здесь пощелкать по игрушкам, то в принципе Red Redemption на ультрах нам много не выдаст. Всего лишь 20 FPS. А если Full HD, то 35+, даже. Fortnite 180 FPS. GTA 5, ну, GTA 5 это сомнительный, конечно, тест был бы. Apex Legends 115. Далее у нас на очереди Superposition. В настройках выставляем Full HD Extreme. Давайте попробуем, что у нас получится из этого. Это, если что, напоминаю, Extreme, всего лишь 10 FPS. Ну, ничего другого не следовало ожидать, это нормально. Потом следующим тестом Medium запустим. В экстрим режиме Superposition вот такая вот оценка у нас получилась. Я все-таки думаю, лучше запустить Medium. Это будет для этой системы более актуально. Так, Medium — это уже наша тема. Система ее вывозит. FPS нормальный. Ну, вот такие результаты уже поинтереснее. Это Medium режим, Full HD настройки. 5692 очка. А вот в тестировании FPU Julia в программе AIDA64 у нас у процессора неплохие показатели. 46500 очков. Также проверил, как поживает наш накопитель Crackle. В принципе, все замечательно с ним. Записей не так много, хотя продавец говорил, что давно уже стоит. Ну, как видно, здесь в программе проблем каких-то не выявлено. Все в порядке. Также протестировал накопитель на скорость. Все, в принципе, у него нормально. Для SSD-шника фактора 2.5 все хорошо. Насчет тестирования игрушек. Могу сказать одно. Не вижу смысла здесь что-либо сейчас тестировать, скачивать эти игры по очереди, показывать, какой здесь FPS. Могу сказать однозначно, что на низких и средних настройках вы получите играбельную картинку. Это даже не обсуждается. И тратить время на это, и свое, и ваше, не вижу смысла. А вот Control мы скачаем. Интересно, как она себя здесь будет вести. Ну, я имею в виду Counter-Strike 2. На Inferno в CS тоже ниже 60 FPS вроде не просаживается. Нормально. Все играбельно на высоких настройках. Абсолютно устраивает. Мне бы, допустим, больше ничего не нужно было бы. Играю только в Control. Ну и, наверное, хотелось бы подвести итог по всему этому сетапу. В целом, компьютер за эту сумму отличный. В онлайн-игрушки поиграть он позволяет. Какие-то операции по просмотру видео, там офисные, вообще никаких затруднений. В целом, я доволен, что за такую сумму удалось купить такой агрегат. По комплектующим все слышали. Свистоперделки для геймеров присутствуют на всех устройствах, в том числе и внутри блока. Светится почти все. В общем, такая история. Очень, кстати, понравилась система охлаждения. Наверное, намучу себе такую же. Класс вообще. Ну, наверное, буду завершать уже ролик, потому что так он получился затянутый. Вот такой сетап. Пишите свои комментарии, что думаете. На этом все. Всем пока.